Wow. Все-таки надо сюда пойдем. Место. Место есть. Кусочек прогоним. Да. Oh, press the blast! This is what the war! You want to blast! This is the name of the war! This is common! The bullet! Понял! Get the boat! Давай! Давай! Чуть-чуть вокал в монитор барабанщика, пожалуйста. Раз. Появилось что-нибудь? Раз. Вам немножко мозг поебали, сейчас будем играть. Привет, ребята! С вами группа Combat Shock. Мы начинаем. У нас состав, немного измененная программа. Что-то вы узнаете, что-то нет. Погнали! We'll be right back.
Погнали, бля! Так, другая ступенька! Ну вы вообще капец, короче. Спасибо, ребят. Спасибо. Фу. Пожалуйста, не вышибите мне зубы, блядь, микрофоном, а то они мне нужны. Буду, но потом. В осаде. We'll be right back.
Eternal Nation! International Champion Nation! Don't fail! It's you desire! Ladies and gentlemen, you're the important woman! Rise in shit! It's when you rise in fame over here! Here you are! Number one, please! Please, mother! Вашу мать! Давайте, блядь! Вы же можете, суки! Ребят, сейчас я попытаюсь закрепить стойку, чтобы она не падала и не била меня, блядь, по губам, сука. Ой, ну да, я понимаю, да, Лёш, тебе это нравится. Ты любишь, когда твердые предметы бьют по твоей роже. Следующая песня называется «Война — это ад». Она не совсем про то, как называется, она скорее о том, что ебучие, как бы это смешно не звучало, как... Оружейные корпорации, особенно американские, зарабатывают колоссальные бабки на войне, на любой войне. Они продают просто сотни миллиардов долларов оружия. Вот. Любая война — это бизнес. Песня именно об этом. Погнали!
Out! On! Out! Сейчас водички выпьем. В общем, следующая песня про то, что по маршрутке плакал, потому что Алик не отвел ребят. Давайте попросим Бога, чтобы Алик отвел ребят. Следующая песня «Victims». Зачем вы это делаете? Это небезопасно.
Никто со сцены не говорит о том, что это небезопасно, как бы. Я говорю, это небезопасно. Продолжайте это делать, пожалуйста. Короче, следующая песня, она последняя сегодня. Да ладно, ребят, уже и так уже банька, парилка, как бы, все такое. Вот. Следующая песня, это... Она была на нашей демке, она называлась Cold Hand, господи, Dead Hand, вот. Но мы ее немножко переделали, теперь она называется Retaliation или Возмездие. Потому что, кто бы ни начал атомную войну, всегда придет возмездие, мы все нахуй сдохнем. Следующая песня, Возмездие. Stop, stop! All darkest ones! Don't fight this! We are this deep! Don't care to be! Don't care to be! If I beat your body, see! Who is that? Tell us a common race! Kill them and win! That's a destroyed nation! Kill them in the lead! But you care to win! Don't care to be! If I beat your body, team, you is... Whoa, Tsuge! You are good for us! From the sky, it breaks to us! Breaks to us! And now you die! Давай, последний раз сегодня, давайте! Разъебите здесь все к хуям! Don't get off it! Don't get off him! Reba! Don't get off it! Don't get off him! Reba! Don't get off it! Don't get off him! Reba! Don't get off it! Don't get off him! Reba! Woo! Всем спасибо, ребят! Воу, это было охуенно! Были рады с вами, перед вами играть! Увидимся в следующий раз! Спасибо огромное! Я очень рад, пацаны тоже рады, вы все рады! Похлопайте себе! Фу, спасибо!